Парни, правила знаете, внимательно слушая мою команду. У вас 3 раунда по 5 минут. Покажите красивый, а главное честный бой. Руки пожали. По углам. Ну что ж, противостояние двух очень ярких бойцов. И здесь не исключаю, что будет такое столкновение стилей. Очень взрывной, технично на руках. Готов. Туман, ну и в то время как Исхан тоже обладает широким арсеналом, но при этом так действует более раскрепощенно, что ли. Мне, честно говоря, изначально кажется, что Жуман будет бороться в этом поединке. Ну, сейчас посмотрим. У Жумана очень хороший бокс. Мне нравится его вышний бокс. Но для маленьких перчаток чуть нужно его адаптировать еще. Да. Здесь, конечно, учитывая, что, как ты, я так предполагаю, что Жуман может много на себя урона принимать, именно в этот момент как раз-таки на стороне Азизхана антропометрия. У него длиннее рычаги, как раз-таки может держать на дистанции и этот самый урон выдавать. Ну, да посмотрим, у кого что получится. Сократить дистанцию у Жумана или же Азизхана расстреливать издалека. Да, но Азизхан реально на свои руки, ноги, все длиннее. Да, очень... Преимуществ больше намного. Единственное преимущество, одно огромное преимущество у Жумана. Жумана, да. Это, я думаю, в опыте. Потому что у него, я думаю, любительский опыт по боксу большой. И в профессионалах, наверное, побольше поработал. Да, но учитывая, что Азизхан также много поединков проводил еще не только по ММА, но вот именно по, например, боксовым ММА перчатках, а это все равно, когда ты концентрируешься на одном виде спорта, тебе потом сложно совмещать с другим. Пару увесистых попаданий от Жумана было. А он, кстати, контрит, он выжидает, смотри, да. Пытается поймать, очень красиво, очень. Вот как раз чисто видно, боксерская техника сейчас была в этом эпизоде. Хорошо уклонился, потом сайдстеп и... продолжил свою атаку Жуман. Мне кажется, он будет боксом своим пользоваться сейчас. О, сейчас хайкик-то, по-моему, залетел слева, но выдержал этот удар Жуман. Азизхан так хорошо выцелил, и в момент, когда подопустил ручку, Жумабеков пробил. Азизхану надо ногами работать побольше. Использовать вот эти фронт-кики, да, типы пробивать. Хотя бы просто выкидывать по рукам, чтобы тормозить руки Жумана. Вот, например, так, да. Но бокс Жумана очень красивый. Я очень фанат. Фанат, потому что от его бокса. Тайминг хороший, очень да, сразу видно. Он красиво это делает. Пока даже и не думает отключать борьбу Жуман. One shot, one kill, no luck, just skill. Сумасшедшее попадание от Жумана. Публика просто орёт, все красава. Что за нокаут он исполнил? Вау. Вау. Здоровья Азизхану Чоршанбиу. Добивать уже не надо было, да, здесь. Да. Вот то, о чем мы говорили, именно тайминг Жумана. Он четко подловил момент, когда раскрывается Азизхан и в этот самый эпизод и пробил страшнейший плюх и просто. Дима, молодец, хорошо вовремя залетел. Да, да. Рядом с эпизодом находился Валуевич, остановил бой. Не, ну это красота. Азизхану Чоршанбиу, здоровья. Ну а Жуману Жумабекову с этой невероятной по красоте победой. О, что за бои у нас сегодня? Просто один краше другого. Арман, гайда, Арман, Мусман. Ручки, ручки, ручки у него шикарные. Силы в этих руках, что надо, и скиллы, и тайминг, скорость, комбинационная работа, техника, все у нас особо. Азизхану 25 лет, 25 годам, он уже сколько, несколько раз так падал, да?
Да. Жаль очень. А в середину? В целом у этого, конечно, могут быть в перспективе далекие последствия в плане даже, короче, профессиональной карьеры. Да, он шатает его, он шатает его до сих пор. Давайте поблагодарим парней за этот потрясающий бой, который они показали. Рефери поединка Дмитрий Валуевич останавливает противостояние в первом раунде. Время остановки зафиксировано на отметке 2 минуты 36 секунд. Победа нокаутом! Шуман! Шумадека! Что за бой? Что за нокаут? Шуман Шумадека! Алматы.